В эфире СТВ итоговая программа «Наше время». В студии Дмитрий Слезовский. Здравствуйте. Вчера Севастополь посетил премьер-министр Украины Николай Азаров. Рабочая поездка в Крым у главы правительства продлилась 2 дня. 24 октября высокопоставленный чиновник принял участие в 4-м международном Черноморском экономическом форуме в Ялте. Свой визит в Севастополь Николай Азаров начал с ознакомления со строительством дороги 5-й километр Максимова дачи-Дергачи. Изучил проект создания развязки на пересечении улиц Хрусталева и Камышовского шоссе и побывал в бухте Казачья. Там сейчас ведется строительство детского сада и школы. После ознакомления со строящимися объектами Севастополя Николай Азаров в преддверии 69-й годовщины освобождения Украины от немцев возложил цветы к мемориалу героической обороны города на площади Нахимова. Подробности визита премьер-министра Украины в Севастополь знают наши корреспонденты. 3 экскаватора, 1 каток, 3 самосвала, бульдозер и 13 человек трудятся над строительством развязки на 5-м километре. Дорожники обещают, если будет стабильное финансирование и погода не подведет, закончат большую часть работ до Нового года. Лично посетил место, где ведутся строительные работы, и премьер-министр Украины Николай Азаров. В сопровождении Владимира Ицубы глава Кабмина ознакомился с планом будущей развязки. Далее делегация направилась в Казачью бухту на место строительства школы. После введения в эксплуатацию она будет готова принять 600 детей. При необходимости проектом предусмотрено возведение второй очереди, что позволит увеличить количество учеников. На отведенной территории будут возведены спортивные площадки, все классы оснастят современным оборудованием и техникой. Рядом со школой возводится здание еще одного социального объекта – детского сада. По мнению главы правительства, в сегодняшней непростой экономической ситуации очень важно сохранять темпы строительства. Эта отрасль может стать локомотивом развития. У нас по стране в целом, я уже говорил на заседании кабинета министров, строительство наблюдается определенный спад. Ну, по жилью у нас хорошо идет, а в целом спад. Это 83-84%. Поэтому для нас очень важно использовать сейчас все абсолютно ресурсы для активизации строительного комплекса. Вот, я уже много говорил о том, что строительный комплекс – это толчок и для всей остальной экономики, для всего народного хозяйства. Посмотрите, видите, арматура, бетон, цемент, кирпич, шелкоблоки и так далее, и так далее. Все это запускает целую цепочку. Глава правительства отметил работу местных властей, благодаря которым столь значимые проекты в регионе воплощаются в жизнь. То, что Севастополь строится, развивается. Это, безусловно, заслуга местных органов власти. Ну и, конечно, мы стараемся помогать местным органам власти. Ясно? Журналисты это все знают, кто курирует и кто помогает Севастополю. Президент и премьер-министр. Кроме того, высокопоставленный чиновник выразил надежду, что все установленные сроки строительства будут соблюдены. Со своей стороны Николай Азаров пообещал всю необходимую поддержку. Я хотел бы, чтобы они в те сроки, о которых мы говорили, то есть 1-й квартал детский сад следующего года и 1 сентября следующего года, чтобы они были сданы. Обязательно. Увиденным глава правительства остался доволен. Строители же со своей стороны обещают, если не будет перебоев с финансированием, они тоже не подведут. Свой визит премьер-министр Украины продолжил встречи с севастопольцами в театре имени Луначарского, во время которой глава правительства рассказал о политической и экономической ситуации в стране. Николай Азаров подчеркнул, на последнем заседании Кабмина был сделан подробный анализ формирования и состояния экономики. Мировой финансовый кризис повлиял на рынок страны. Железную руду, металлы вынуждены продавать по сниженным ценам. Еще один негативный фактор – высокие тарифы на голубое топливо. За 3 года по газовому контракту переплатили более 20 миллиардов долларов. Есть осложнения и во внешней торговле. Товарооборот с Россией уменьшился на 25%. Украинскую продукцию планируют сделать конкурентоспособной. Николай Азаров говорил и о подписании соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом. Да, этот договор имеет как плюсы, о которых я сказал, устранение, скажем, высоких барьеров на границе для наших товаров, так и минусы, потому что мы, исполняя взаимные обязательства, мы также открываем свои границы и снижаем уровень таможенной защиты. То есть европейские товары, приходя на наш рынок, составляют или составят конкуренцию для аналогичных производств. Чтобы этот минус устранить, первое, надо воспользоваться переходным периодом. То есть тем периодом, который мы взяли для себя, чтобы подготовить нашу промышленность, нашу экономику. Этот период будет продолжаться 10 лет. Визит главы правительства был также приурочен ко дню рождения правящей партии, которой исполнилось 16 лет. Олег Савченко, Наталья Двойц, Наделивер Меджитов, Наталья Бабкевич. Программа «Наше время». После встречи с севастопольцами в театре имени Луначарского премьер-министр Украины Николай Азаров принял участие в торжественном собрании.
Мероприятие посвятили сразу двум датам – 16-летию со дня основания партии регионов и 12-летию Севастопольской городской организации партии регионов. 26 октября свой 16-й день рождения со дня основания отмечает крупнейшая и влиятельная политическая сила Украины – партия регионов. Сейчас главной цели – обеспечению процветания страны и достойной жизни ее граждан – Украина идет под руководством президента, почетного лидера партии регионов Виктора Януковича и при поддержке правительства страны во главе с премьер-министром Николаем Азаровым, председателем партии регионов. В Севастополе торжественное собрание, посвященное празднику. В праздничной дате прошло в театре имени Луначарского. Поздравить друг друга собрались сотни севастопольцев, единомышленников. С приветственным словом к однопартийцам обратился председатель партии регионов Николай Азаров. Вот эти годы показали, что мы можем делать добрые дела для нашей страны. Страна развивается. Как это ни трудно, я даже на примере Севастополя сегодня, вот откровенно говоря, приехал, душа радуется. Где-то появилась новая развязка, где-то появилась новая улица, где-то строится школа, детский сад, жилье, таких темпов жилищного строительства, которые мы видим в Севастополе. Далеко не каждая наша область, далеко не каждый город может похвастаться. Недавно мы подвели итоги конкурса на лучший город по благоустройству с населением до 500 тысяч. А что вы думаете? Кто занял первое место? Абсолютно объективно. Я очень рад вас с этим поздравить и поблагодарить за это городское руководство и руководителя города, и руководителя городского совета, и всех тех, кто в этом принимал участие. В ходе торжества свыше 10 членам политической силы за активное участие в работе партии регионов, за вклад своего труда, за развитие дела Николай Азаров вручил нагрудные знаки. Высшей награды удостоен и председатель Севастопольской городской госадминистрации, председатель Севастопольской городской организации партии регионов Владимир Яцуба. В эти дни свой день рождения отмечает и Севастопольская городская организация партии регионов. В Белокаменном политическая сила была основана 12 лет назад. В 2011 году севастопольских регионалов возглавил председатель городской госадминистрации Владимир Яцуба. Сегодня в рядах партии свыше 14 тысяч горожан, треть из которых – молодежь. Севастопольская городская организация партии регионов объединяет 4 районные парторганизации, в числе которых 183 первичных. Партия регионов прошла путь от нескольких сотен энтузиастов до более чем миллиона членов партии. Она дважды выдвигала своего кандидата на пост главы государства, трижды формировала правительство Украины, последовательно, шаг за шагом, наращивала свое присутствие в Верховной Раде. Сегодня уже ни у кого нет сомнений, что наша партия является главной политической силой в стране. Владимир Яцуба отметил, в Севастополе ведется дружная работа. Слаженно трудится народно-хозяйственный комплекс города. Укрепляется инфраструктура. Нам по силам стали самые крупные социально-экономические проекты, до которых, говоря образно, руки не доходили 20-30 лет. Дорожная развязка, объединенная дорога 5 километр, Максимова дача Горбищенко, железнодорожный мост, корпус больницы с новейшим медицинским оборудованием, канализационные очистные сооружения. И многое-многое другое. Владимир Яцуба рассказал, с заботой и вниманием относятся и к жителям сельской зоны. Здесь сейчас главная задача – завершение газификации и реализация программы «Питьевая вода». В этом году по инициативе председателя Севастопольской городской организации партии регионов 20 малоимущим семьям и одиноким ветеранам Великой Отечественной войны Байдарской и Варнаутской долин были завезены дрова для растопки печки. Надлежащее медицинское обслуживание и льготы предоставляются всем ветеранам труда, участникам боевых действий, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Следует политической власти принципам воспитания детей и молодежи в духе патриотизма и уважения к старшим. Выстроенная вертикаль власти, уверяет Владимир Яцуба, это особое внимание каждому украинцу и севастопольцу в частности. Мы считаем, что развитие государства невозможно без активного участия в современных мировых процессах.
своей внешней политике президент Украины, партия власти исходит прежде всего из национальных интересов. Благополучие и благосостояние украинского народа, высокий уровень образования, культуры, здравоохранения, безопасность граждан, последовательный рост конкурентоспособной экономики – Украина – вот наши главные цели. Я желаю каждому из вас, а также вашим семьям, близким, светлых и солнечных горизонтов, благополучия и достатка, мира, здоровья и любви. С праздником вас, дорогие партнеры! В 2002 году фракция партии регионов в Севастопольском городском совете насчитывала всего 11 депутатов. В 2013 число народных избранников выросло до 50 человек. Ни одно решение не может быть принято без большинства в городском совете, в районных советах, в сельских советах. Это наша с вами заслуга и наша с вами программная задача – реализовывать то, что мы принимаем, доводить до реального воплощения. Бывают случаи, когда не все удается сделать сразу. Но вот то, о чем говорил Владимир Григорьевич, это реальные достижения. В день рождения о достижениях партии регионов говорили и ее рядовые члены, однопартийцы, и поздравляли, и отметили то, на что, по их мнению, необходимо обратить внимание. Я желаю нашей партии, чтобы все старались так, чтобы от души работали, чтобы хотелось делать все то, чтобы это была правда, чтобы никакой там хитрости или лжи какой-то. Для руководителей партии есть пожелание, чтобы они чаще встречались с населением, с избирателями, чтобы часто встречались. Именно по районам города. Для молодых людей нужно развивать рабочие места, чтобы после институтов они поработали, а также развивать молодежную политику в сфере самоуправления в самом городе Севастополе. Сюрпризы не заканчивались на протяжении всего торжества. В честь 16-летия партии регионов и 12-летия Севастопольской городской организации партии регионов для руководства и всех единомышленников труппа театра имени Луначарского подготовила подарок. Актеры сыграли спектакль «Голубка». Наталья Двутина, Наталья Бабкевич. Программа «Наше время». В четверг председатель госадминистрации Владимир Яцуба побывал со знакомительным визитом в фельдшерско-акушерском пункте села Андреевка. После осмотра помещения глава города заверил, медицинское учреждение, которое находится на районном обслуживании 4-й горбольницы, будет капитально отремонтировано. Каких еще преобразований ждать жителям Андреевки, знает Святослав Данилов. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Андреевка является единственным медицинским учреждением, куда могут обратиться местные жители, чтобы решить различные проблемы со здоровьем. ФАП был построен в далеком 1968 году. Сегодня здесь получают медпомощь порядка 2000 жителей села. Однако не все так гладко. Председатель госадминистрации Владимир Яцуба наведался в пункт и составил собственное впечатление о том, в чем нуждается этот ФАП. Мы в прошлом году один такой объект сделали, прилично, фронтовом. А оказывается, надо делать целую программу по фельдшерско-акушерских пунктах, потому что, конечно, то, что мы увидели, это 60-й год, это то, что в свое время сделали герои-коммунисты и бросили. Но они хоть содержали, а мы содержать не можем. Единственное, чем остался доволен Владимир Яцуба – отоплением. В Андреевском фельдшерско-акушерском пункте эта проблема, по его мнению, решена. Все остальное требует улучшения. В связи с чем севастопольский городоначальник намекнул на капитальный ремонт. На следующий год мы с районом договорились, включаем план 2 фельдшерско-акушерских пункта. Это порядка 1,5 миллиона гривен каждый. Надо делать ремонт, покупать новую мебель, делать условия и для больных, и для людей, потому что в этом сарае, хоть и он и содержится, и чистенько, и нормальные медики, поэтому на следующий год мы будем планировать, будем искать подрядчика, который сделает это качественно. С отоплением тут все нормально, вот я специально приехал, посмотрел. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Андреевка находится на районном обслуживании 4-й городской больницы. Заместитель главного врача Константин Тимченко отмечает, здание очень старое, а ремонт не проводился около 30 лет. Требуется немедленное финансовое вливание. Согласно плану реформирования медицинской отрасли нашего города, ну не только нашего города, и Украины, здесь планируется в дальнейшем и на остальных ФАПах создание амбулатории общей практики семейной медицины. В свою очередь, соответственно, это потребует
и капитального ремонта, и переоборудования ФАПа для того, чтобы сделать помещения необходимые, ну и дооснастить его согласно тем требованиям, которые на сегодняшний день имеются. Акушерка здравпункта Тереза Корнеева вспоминает, в село Андреевка приехала в 1963 году, когда нынешнее здание еще не построили. Медицинский пункт был расположен прямо в жилом доме. Скорой помощи не было, а больных везли в больницу в Качу. Появившийся ФАП объединил ряд специалистов. На данный момент здесь работает 10 человек. И тут уже, конечно, расширились, и все у нас бы, и лаборатория, и физкабинет, и все кабинеты. Специалисты узкие принимали, и терапевт, и педиатр, да, и гинеколог тоже, все специалисты, и невропатолог, все специалисты принимали. В селе работает одна аптека, расположенная в здании фельдшерско-акушерского пункта. Ее заведующая Зера Сефаралиева говорит, с медикаментами проблем никаких нет, все приходит вовремя. С медикаментами все привозят вовремя, все, значит, отказов у нас почти нету. Если даже что-то сегодня отказали, на следующий день уже поставляем, человек берет. Или мы предлагаем замену. А так, в общем, обеспечение хорошее. Нина Сафонова живет в селе Андреевка с 1960 года. Помнит свое село без фельдшерско-акушерского пункта и с 1968 года с ним. Женщина отмечает, это намного упростило жизнь сельчан. Следить за здоровьем стало проще. Медпункт нам очень-очень нужен, потому что мы уже тут пенсионеры, старые люди, да и молодым всем нужен. Обслуживает нас очень внимательно и очень хорошо. Мы всем довольны. По словам главы города, в скором времени Андреевский фельдшерско-акушерский пункт ждет преобразования. Помимо капитального ремонта, здесь будет улучшена и техническая база. Святослав Данилов, Дельвер Меджитов, программа «Наше время». В дошкольном учебном заведении номер 21 закончился ремонт кровли. Месяц назад крыша не выдержала интенсивности осенних дождей. Родительский комитет детсада обратился за помощью к городской и районной администрациям и получил положительный ответ. На сегодняшний день реконструкция окончена. Чтобы оценить качество проделанной работы, представители городских властей посетили дошкольное учреждение. На обновленную крышу детского сада номер 21 без сомнений ступила и Кира Калинина. С началом проливных дождей во многих зданиях, где давно не проводился ремонт, всплывают проблемы кровли. Не выдержала поток осенних осадков и крыша дошкольного учреждения номер 21. Мы столкнулись с проблемой, что в коридоре, где вот детские раздевалочки, скамеечки, где они переодеваются, течет с потолка. Стоит ведро, воспитатели в ужасе. Ну и как бы мы такой первый раз тоже увидели. Ну действительно, течет так, что как из крана вода. В конце сентября родительский комитет обратился за помощью в городскую и районную администрации. Родительский комитет, общественность обратилась к Владимиру Григорьевичу Яцубе. И я так думаю, что самое главное, что администрация городская реагируют мгновенно, и потому вот в кратчайшие сроки было сделано текущий ремонт кровли. Последний капитальный ремонт кровли делался в 2005 году. За это время покрытие крыши дало трещины, через которые дождевая вода попадала прямо в комнаты дошкольного учреждения. Когда мы обследовали эту крышу, значит, не было ни одного наголовника на вентиляционных каналах. Вот, поэтому, конечно, нам пришлось думать, как вот в этот период привести ее в порядок. Ну, благо, в нашем городе появилась организация, которая предложила новую технологию ремонта. Новая технология ремонта заключается в использовании битумно-полимерной мастики, которая позволяет осуществлять работы без открытого огня и в кратчайшие сроки, говорят мастера. Данный материал позволяет нам сделать монолитный ковер без швов, стыков, соединений, да, с применением стеклосети как хромирующего материала. Очень надежный, прочный материал. И быстро все, ну, быстро работы производятся. На ремонт крыши ушло 4 рабочих дня и было выделено 34 тысячи гривен. От лица всей родительской общественности, от лица сотрудников детского сада хотим выразить огромную благодарность слаженной работе и действительно отцовской заботе городской администрации, районной администрации, сказать огромное человеческое спасибо за то, что наша проблема была решена в кратчайшие сроки, и мы действительно чувствуем себя уверенно и защищенно. Благодарность за помощь городской и районной администрациям дети вместе с воспитателями подготовили символические подарки и небольшой концерт. Дождик, дождик, пущи, дадим тебе гуси, дадим.
Теперь дети могут спокойно готовиться к осенним праздникам и постигать азы дошкольного образования. Кира Калинина, Наталья Бабкевич, программа «Наше время». Грядут перемены. Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о последнем призыве и переходе армии на контрактную основу. Это событие стало главной темой брифинга, на котором на вопросы журналистов ответил временно исполняющий обязанности командующего ВМС Украины вице-адмирал Сергей Елисеев. В частности, он рассказал о комплектовании контрактниками корабельного и берегового состава военно-морских сил страны. Перечислил требования, которые предъявляются к претендентам на профессиональную службу, и рассказал о финансовой стороне вопроса. С подробностями Святослав Данилов. Брифинг с участием Сергея Елисеева прошел в одной из воинских частей на фоне подводной лодки «Запорожье» и боевого корабля «Донбасс». Вице-адмирал отметил, что уровень укомплектованности военнослужащими и контрактниками соединений кораблей и частей военно-морских сил возрос. В 2013 году на профессиональную службу принято 2200 человек. Это в 5 раз больше, чем в 2012. Не последнюю роль в росте такого показателя играет и материальная сторона вопроса. На данный час рівень грошового утримання для військовослужбовців за контрактом у військово-морських силах складає від 3200 гривень до 5700 гривень на місяць з урахуванням того, що де військовослужбовець проходить службу, тобто в якому роді сил військово-морських сил, на якій посаді, ну і, звичайно, який стаж його служби. Для военнослужащих предусмотрены дополнительные денежные бонусы. В конце года, как правило, выплачивается материальная помощь. Оплачивается санаторно-курортное лечение во время отпуска. По словам Сергея Елисеева, сейчас внедряются и новые формы поощрения – премии за показатели боевой подготовки. В следующем году они составят 1000 гривен в месяц. Вице-адмирал отметил, в ВМС служит достаточное большое количество представительниц прекрасного пола. Сегодня в военно-морских силах Збройных сил Украины проходят службу 1844 жінки. З них 1709 військовослужбовців за контрактом. Вимоги до вступу до лав військово-морських сил однакові з чоловіками. Матрос контрактной службы Владислав Очкань пришел на срочную службу в мае 2012-го, а уже через год перешел на контрактную. Говорит, в такой работе масса преимуществ. Интересно. То, что вот каждый день что-то новое. Просто нету такого, что пришел, одно дело сделал и все. А постоянно, каждый день что-то меняется, по-разному все. Вот, нету такой, как так сказать, стабильности. Вот, что-то новое, каждый день что-то узнаешь, что-то с кем-то знакомишься, туда поехал, сюда, то сделал, тому помог. Ну, такое, в общем, интересно. Владислав считает, что и у срочной, и у контрактной службы есть свои положительные и отрицательные стороны. Но профессиональный подход выигрышнее. Это ограниченный рабочий день. Вот. Можно взять выходной в любой момент, когда там, ну, вот. Это два таких самых фактора, которые привлекают именно, которым нравятся всем. Ну а так, в принципе, зарплата тоже более-менее нормальная. Рост числа военнослужащих контрактников может позволить армии стать еще более эффективной. Ведь служить будут не временно призванные, а профессионалы. Святослав Данилов, Наталья Бабкевич, программа «Наше время». Они обрели покой. Останки воинов, погибших в Великую Отечественную войну в боях под Севастополем, были торжественно захоронены на мемориальном кладбище в поселке Дергачи. В церемонии приняли участие родственники героев войны, ветераны, представители городских властей, моряки Черноморского флота России и военно-морских сил Украины. До сих пор Севастопольская земля хранит в себе защитников города. Они покоятся на местах боев, не будучи преданными земле по всем канонам и христианским обычаям. Поисковики из года в год ведут очень важную работу по подъему тел наших бойцов. И регулярно в Севастополе звучат выстрелы над местами захоронений. Сегодня очередная церемония состоялась на мемориальном кладбище в поселке Дергачи. Там были преданы земле останки 219 воинов, павших в боях во время Великой Отечественной войны. Все они были найдены в районе Микензевых гор, членами объединения поисковых отрядов «Долг». Раскопки велись с января по октябрь. В этом году мы сделали большую карту и показали ее всем севастопольцам в дни празднования юбилея города. И на карте стрелочки от Севастополя расходятся к городам всего Советского Союза. Весь Советский Союз защищал Севастополь и погибал за него.
Сегодня на мемориальное кладбище привезли 20 гробов с останками наших воинов. Удалось установить имена 11 человек. Родственники двоих погибших солдат смогли присутствовать сегодня на церемонии. Это близкие Григория Могил и Османа Бабаева. Им были вручены вкладыши солдатских медальонов, по которым удалось установить имена бойцов. Внук Григория Могила, которого назвали в честь деда, приехал из Краснодара. Говорит, очень тяжело описать свои чувства. Тяжело, конечно. Жалко, что сын не дождался его. Один, второй. Единственное, это осталась в живых его дочка. А по состоянию здоровья она сюда уже не смогла приехать. Потому мы приехали. Дети его младшего сына, потом дети старшего сына. Вот, отдать последнюю дань. На захоронении присутствовали и представители городских властей, а также флотов. Дмитрий Белик сравнивает людей, отстаивавших Севастополь, с ангелами-хранителями. Сегодня мы предали земле 219 останков наших советских воинов, тех ангелов-хранителей, которые обороняли Севастополь, которые своей ценой своих жизней позволили нам сегодня воспитывать и растить детей, обучать их в школе, в институте, жить под мирным небом. Останки 219 человек обрели сегодня вечный покой. Но сколько еще бойцов предстоит найти на территории Севастополя? Поисковые отряды не намерены складывать оружие, пока не будет захоронен последний солдат. Святослав Данилов, программа «Наше время». Вниманию севастопольцев и гостей города. В связи с празднованием 69-й годовщины со дня освобождения Украины от фашистских захватчиков, в понедельник, 28 октября, в центральной части города будет ограничено движение транспорта. Из-за прохождения колонны от памятника мужеству, стойкости, верности комсомольской до вечного огня на площади Нахимова проезд будет запрещен с 8:30 утра до 11:00. Последнее воскресенье октября Украина перейдет на зимнее время. Таким образом, 27 числа в 4 утра стрелки часов переведут на час назад. Споры о целесообразности подобной практики ведутся до сих пор. Экономисты уверяют, перевод стрелок способствует существенной экономии энергоресурсов. В свою очередь, психологи напоминают, перевод часов сопряжен со стрессом, который может негативно отразиться на здоровье. Такими увидели главные городские события недели журналисты нашего телеканала. Больше новостей вы можете посмотреть на сайте stv.gov.ua. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.